Видите, какой кулечек нам упаковали. Смотрим, это Bake или Wrap. Вот сладости, я думаю. Вот наши небольшие всякие пироженки. Хорошо девочка упаковывает. Сейчас мы распакуем. А, запашок пошел. Да. Запашок, не это, неправильное слово. Запах приятный. Запах. Так, вот. И что мы взяли? Это наши две с говядиной, две шаурмы с, сейчас покажу, кстати, с вкусной такой начинкой. Сказали фалафель, но мне нравится, как паштет. Сейчас я попробую заодно, кстати, какая она маленькая. Она 2,63 штучка стоит. Ну, она нормально, чего, наестся запросто. Ну, с таким шумом. Да. Класс. А вот это я что-то взяла, она сказала, что это фуль. Ну, как-то на фуль не похоже. Ну, попробуем. Попробуем. Так, это все вкусненько, честно. Так, и как это... Сладости они, конечно, упаковывают. Бам. Ой, как красиво. А третья для кого? Три ложки. Тогда моя вот эта вот. Класс. Ой, как ты будешь ее есть? Не знаю. Так. Может, ее греть надо было? Сейчас, кстати, надо ее вот так вот приклеить, да? Приклеена, да. Красиво приклеена. Так, знаешь, попробовать. Ой, я уже заклеила. Сейчас, подождите, я отклеюсь. Угу. Я как раз взял, очень хотелось мне таких свежих ягод. И кунафы. Надо поближе ее. Как некоторые называют ее волосяночка. Волосяночка. А? Фу. А ну-ка, о. По-моему, еще с пистачо, с фисташкой. Ну да, вон же крем. Вон же. Вкусно. Угу. Очень сладко или нормально? А ну попробуй то, что я взяла. Как какой-то... А он не белый, слушай, он желтый вообще-то крем, да? Что это умали. А уже такая штучка у тебя? Ой, штучку не трогай, да. Это мне. Да. Штучка Наташа. А, кстати, она очень похожа на шарик вот этот вот, который арабский, но... Я пробовала. И... Так, это крем. Это не умали, это крем. Крем, да? Реально крем. Ну вкусный, как крем-люле, мне вкусный. Ну попробуй, это как индийская сладость. Вот это вот. Нет, это индийская, не буду пробовать, Наташенька. Спасибо большое. Хорошо. Я умираю с этих ложечки. Почему три? Кто-то к нам придет? Надеюсь, никто. В общем, такое прикольное есть кафе Bake или Wrap. Также можно онлайн заказывать. Есть и в Абу-Даби, в Дубае, не знаю. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. О, народ, привет. Мы с вами у нашего любимого мини-магазинчика. Ну, сейчас, конечно, большие тортики здесь. Сейчас вообще покажем, что мы здесь берем. Hi, how are you? Такие очень вкусные штучки. Сейчас мы будем показывать. Если что-то купим на пробу. Посмотрите, какие здесь маленькие булочки и круассанчики, и всякие вот плюшечки. Даже бургеры маленькие. Смотрите, моя рука, да? Какие здесь мини-шаурмы. Это, кстати, очень вкусные. Вот мы любим брать такое с начиночкой паштетной. Дальше здесь такие булочки есть. Это наборчик. Сейчас по одному посмотрим, да, Наташа? Еще здесь вот такие есть вкусные сладости. Продаются очень популярные киоски, вот такие как пицца, такими маленькими кусочками. Она немного отсвечивает стекло, но вот такие пирожные вкусные. Такие вкусняшки мы тоже брали. Может, сегодня что-то новенькое возьмем. Вот это вот стоит одна такая порция 10,50, и, скажем, ты ей наедаешься. Вот эти малышки мне нравятся. А? Вот эти малышки, да? А потом еще прикольно вот в такую штучку положить корм для котиков, выносить корм котикам. Тоже мы очень любим. Вот эти вообще кремчики. Кому-то идешь в гости раз, взял с собой и принес. Торты какие. Торты шикарные. Это вот такая мисочка, они стоящие, как на раньше цены стояли. То есть чем-то дирхам стоила такая мисочка, что удивительно, да? Ну что же поделать? Не знаю. Много всего есть. Здесь была женщина-филиппинка такая прикольная. Сейчас пацаны просто стоят. Сейчас выберем что-то, покушаем, вам все покажем. Скажем, что по ценам. Вот такие орешки есть. Я уже говорила, здесь они называются верблюжий глаз. Здесь они называются орешками. Они похожи как глаз верблюда, но, конечно же, больше напоминает наш грецкий орешек. Вот такие вкусняшки и торты здесь тоже есть. Такая прикольная трибуна. Ну что, Наташа, что будем брать? Не знаю, я хочу вот это желтое что-то. Там пекан или какой-то орешек. А здесь yellow. What is in yellow? Зафран. Зафран. Ага. А white? Шафран. White part cheese,
What cheese? Ravioli cheese. Какой-то ravioli cheese. Не знаю, что такое ravioli cheese. Мы как-то вот такое пробовали, по-моему, где малинка и... Да, вот это вот вкусно как, было. Да, с вкусом печеньки. Но а это, я думаю, белое, суфле. А здесь all chocolate, all суфле? Chocolate, Oreo, marble, chocolate vanille. Ага, значит, шоколад, потом Орео и марбл, этот мраморная ваниль. Ну, я, наверное, вот это вот возьму, вот это вкусное, да? Ты посерединке, да? Ой, не, вот не посерединке, это вот, да, с ягодами. А я хочу бы беленькое взять. Взяла. Ну, давай беленькое. One white, please. And white with fruits. Ягоды. Берри. А, да. Берри. А это будет что-то здесь? Оно... Да, оно, да. Вот это, наверное, будет. Это будем обязательно тоже. Сейчас мы возьмем сначала вот эти вот штучки. И потом покажем, что мы в прошлый раз снимали, да, Наташа? То в прошлый раз мы снимали, чуть получилось, что не досняли немножко. Вот, одно такое берем, нам запакуют, одну берем вкусные ягоды. Здесь. Да, давай дальше идем. Берем бургеры еще, да, и шаурму. И все это, да, я не знаю, они сейчас продают, наверное, что продают. Это, я думаю, что это комплект, хотя я не знаю. Сейчас узнаю. Да, сейчас узнаем. One burger, one shawarma. We can have. Я надеюсь, нам продадут. А здесь есть? Meat. Two meat burger. Two meat. Yes, two beef burger. И шаурму. Такие там начинка была, паштетик какую, не знаю. Вторую, наверное, я даже не знаю, как здесь показать. Я не буду. Ты не будешь шаурму? Да, уже немного. Я боюсь, это вот какая-то вот розовенькая такая, она с бурячком, что ли? Не знаю. Это может быть даже не буряк, а специя какая-то. Да. А, окей. Ладно. Я всегда забываю название этой специи. Так, сейчас, в общем, возьмем и вам все покажем. Так, мы за все заплатили 24 дирхама. Я тебе могу обрадовать, там все-таки две шаурмы положили. Но я очень голодная, если что, я могу съесть. Вот кулечек снова дали, хотя кулечки уже постепенно выводятся вот такие вот из Эмиратов и дают просто бумажненькие. Вот, вкусненькая штучка. Сегодня сладость у нас другая, не круглая, а и как красиво приклеили, но малинка все равно трошки упала. Ладно, мы обратно ее вроде аккуратно засотим. Вот такая красота. Мне еще нравится, что вот это вот, они так приклеивают, и вот видно все равно вот фирмочка Bake El Arab. В Абу-Даби тоже они популярны, видели мы эти все магазинчики там, ну вот такая вот мини-еда. Ну, бургер стоит $1 и шаурма, по-моему, 2,68 стоит. Так, вкусная штучка. Сегодня мы взяли с фалафелем. Давай я попробую сразу, чтобы показать. Вот такой вкусный, но он просто не фалафель, да, не такая твердая масса, как мы ели в кафе Кусам. Видео, кстати, оставлю в описании. Он как паштетик такой. Вкусно. Реально паштетик. А что это красненькое-то? Перец? Угу. Перчик или помидорчик. Чуть-чуть со специями. Острый? Ну, я могу есть, значит, нормально. Ну, я жду бургер. Я обожаю бургер. Очень вкусный. В общем, вот такая вот мини-микроеда. Ну, а что ж микро, я не поняла. Смотри, вот если ты говоришь два с чем-то этот шаурма, то если ее сложить, ну, она будет не такая, как, в принципе, ну, по цене. Ну, маленькая. Ну, так же будет. По цене 5 плюс. Стоит, где ты кушала на вынос. Видео будет, 5 стоит, дирхам шаурма. Это 2,68. Вот такую две сложи, будет 5. Но это прям диетическая такая. Ну, маленькая. В общем, народ, такое видео сегодня прям... мини-еду в Эмиратах. Про покушать. Да, это тоже вкусная штучка будет обязательно. Я хочу свою попробовать, что это такое. Я не поняла, потому что я думала желтенькая, тот, он сказал шафран, а я думала все-таки с кислинкой что-то, ну, типа, или passion fruit. Как он, passion fruit, что это? Да. Маракуйя, да? Маракуйя. Общий народ, всем приятного, хорошего дня. Счастья, радости, бобра. Всем пока. До побачення.